Как и когда будет проходить вакцинация от гриппа? Повлияет ли на нее ситуация с коронавирусом? И что думают тверские медики о вакцине от COVID-19? Об этом и многом другом журналисты спрашивали замминистра здравоохранения и главного эпидемиолога Тверской области на пресс-конференции, которая прошла в среду. Тверское здравоохранение потихоньку возвращается в нормальную колею после работы в авральном режиме в разгар пандемии коронавируса, рассказал журналистам заместитель министра здравоохранения Евгений Беляев. Теперь ежедневно фиксируется в среднем всего по 25-30 случаев COVID-19. Поэтому все больше учреждений переходит к оказанию медицинской помощи по своему профилю. У нас уже более 33 медицинских организаций находится на третьем этапе, который предусматривает расширение плановой деятельности, в частности, проведение диспансеризации граждан не только работоспособного возраста, но и лиц пенсионного возраста. При этом борьба с коронавирусом продолжается. Гражданам по-прежнему желательно соблюдать правила личной гигиены, а также выдерживать дистанцию. Большим подспорьем должна стать вакцина, которая поступит в регион в среднесрочной перспективе. По тем данным, которые имеются, вакцина безопасна, вакцина эффективна, и вакцина будет применяться осенью этого года. По срокам поставок вакцины в Тверскую область и объемам поставок вакцины у нас пока информации нет. Приблизительно то же самое Александр Раздорский сказал и про прививки от гриппа, которые начнут делать будущей осенью. По его словам, на Россию надвигается вирус новых штаммов, поэтому разработаны 3- и 4-валентные вакцины. Уже определены категории населения, которых будут ждать в медучреждениях в первую очередь. Дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет – это медицинские работники, работники образования, социального обеспечения, сферы торговли, транспорта, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, лица, подлежащие призыву на военную службу. Прививку от гриппа можно будет сделать как в государственных медучреждениях, так и в частных. Правда, в последних – за деньги. На данный момент в Тверскую область запланирована поставка 650 тысяч доз. Но правительство региона ведет переговоры о дополнительных партиях. В любом случае, вакцин хватит на всех желающих, заверил Александр Раздорский, пояснив, что в целом планируется охватить как минимум 60% населения Верхневолжья.